Господи, ну когда же эта неделя закончится? Какой сейчас день? Вторник. А сейчас? Устроить тут живой уголок, что ли? Заведем каких-нибудь зверьков, типа хомячков. Да ну еще, они пахнут плохо. Зато много денег не требуют. Ох, лучше бы завести нам каких-нибудь зверьков типа заказчиков. Они и пахнут хорошо, и деньги приносят. Да не будет у нас никогда никаких заказчиков. Почему же? Иван Сергеевич сказал, что с этой недели он займется поиском клиентов с удвоенной силой. Интересно, что бы это значило? Умножь 0 на 2 и узнаешь. Здравствуй. Пропуск. Сначала здравствуй, потом пропуск. Сначала пропуск, потом здравствуй. Вот теперь здравствуй. А вот теперь не здравствуй. Тогда пропуск. Доброе утро. Если тут есть кто-нибудь. Эдик, что с тобой? Чтобы не ослепнуть от вашей неземной красоты, милые дамы, я решил сам выколоть себе глаза. Ой, не смешно. Значит, запомните, если я здесь что-нибудь говорю, это либо смешно, либо гениально. Эйд, ну если ты такой гениальный, почему бы тебе не уйти в другое, более достойное тебя агентство? Боюсь, Наталья Павловна, что там уже есть свой гений. Прошу меня до обеда ни по каким вопросам не беспокоить. А что случилось? Я вчера был в новом японском суши-баре и там так отравился. Давай, дружок, называть вещи своими именами. Ты был вчера в новом бурятском суши-баре. А, точно. Вот в чем дело. Я думаю, почему официанты не понимают моего японского. Я говорю... Всем привет. Любочка, вы перепечатали вчерашнюю смету? Да, как раз собралась. Галя, счет. 23-21. Танюшка Лядова забила на последней минуте. Yes! Галина Сергеевна, я вас спрашиваю не про ваш гандбол. Где счет от Ренессанса Плюс? А, от Ренессанса Плюс? Ренессанс Плюс, это, по-моему, уже инквизиция. Ой, куда ты делся? Ну, я к вечеру найду. Послушайте, вы можете мне объяснить, почему все мои просьбы как будто в какую-то дыру проваливаются? Что ж вы за люди такие, а? Да, Иван Сергеевич. Казалось бы, вот уже 400 лет, как мы с вами прилетели с Альфа Центавра, а все еще не устаем удивляться людям. Ага. Друзья мои, я наконец-то понял, как нам просто, а самое главное, быстро улучшить нашу работу. Я попробую отгадать. Все должны написать отчет страницы на 300. Нет. А, всем прийти завтра на работу в красном. Нет. Поняла. Все должны записаться в кружок танго. Нет, не угадал. Ротация кадров. Это что? А, это наша новая сотрудница. Француженка. Ротация кадров. Ротация кадров. Это когда сотрудники временно меняются своими должностями. Ну, например, Наталья Павловна один день работает бухгалтершей. А Галина Сергеевна, наоборот, секретарша. А зачем?
если ты побывал в шкуре своего товарища, ты лучше поймешь его проблемы. Итак, поработав, меняясь местами, мы наконец-то придем с вами к полному взаимопониманию. И даже я готов поработать на какой-нибудь другой должности. А, отличная идея. Вот, ведро и перчатки возьмите в сортире. И, пожалуйста, меньше разводов на кафеле. Ты рано делишь шкуру неубитого товарища. Как мы будем меняться? По алфавиту, что ли? Зачем? По жребию? Вот. 7 карт. Я на них написал. Ну вот, например, туз червей, директор. Секретарша, 6. О, я это всегда чувствовала. Дама пих, бухгалтерша. А почему-то я пиховая дама. А разве не ты Германа разорила? Ну, короче. Прошу. Прошу, прошу. А это чья? Охранника. Ну что, откроемся? О, господи, я дизайнер. Погибель моя пришла. А я секретарь. Дослужился. Спасибо. О, я сама себя вытащила. Слава богу. Ну вот, прекрасно. Будете за всем наблюдать со стороны. Записывать свои впечатления. А у вас, Люба, что? Туз. Туз! Yes! Я директор. Так. Отступаем сверху 10 сантиметров. Пишем, прошу немедленно уволить меня. Занимаемой должности. Ну, Любочка, погодите. Во-первых, мы начнем с завтрашнего дня. А вы сами-то кто теперь, Иван Сергеевич? Ну, я вытащил интересную, нужную должность. Ну, конечно, это не совсем то, чего я хотел, но раз обещал. Ну, и к тому же карта так легла. В общем, завтра я буду в шкуре охранника. Предъявите пробу. Спасибо. О, слышь, дух. Ты теперь кто? Бухгалтерша. Ага. Слышь ты, бухгалтерша, объясни, что мне надо делать. А ты теперь кто? Я теперь ты. Ну да, примерно так я себя и представлял. Короче, научи, как сочинять. Что сочинять? Ну, ты все время ходишь, что-то там сочиняешь. А, ну это просто. Сними пиджак, прими позу поэта, глаза закати и шепчи что-нибудь, шепчи, как будто рифму ищешь. А что шептать-то? Да что угодно. Вот выучи скороговорки 5 и шепчи себе. Ага. И долго так можно продержаться? Ну, я уж 7 лет держусь. И последнее. А что такое поза поэта? Ну, это просто. Поэт сверху, муза снизу, раздвинув крылья. А! Алло, рекламное агентство. Я теперь твоя Любочка. Алло. А как я вас соединю? Я же не знаю ее внутренний номер. Да? Вот сами приезжайте и узнавайте, если вам это надо. Алло. Нет, рекламой вы не занимаетесь. Да, рекламное агентство. Алло, я слушаю. Алло, алло. Странно, никто не звонит. Здравствуйте. Мы закрыты на проветривание до октября. Я заказчик.
И что вам дома не сидится? Я не из дома. Я из автосалона. Мы скоро открываемся. Мне нужны наклейки, плакаты, радиоролики, всякие там сувениры, кружки, авторучки, зажигалки, водительские права и обязательно большой плюшевый медведь с логотипом. С логотипом? Что это за телефон? Это хорошее рекламное агентство. Вам там все сделают в лучшем виде. Но мне вас рекомендовали. Нас рекомендовали? Да, сказали, сделают плохо, зато забудут взять деньги. Добрый день. Мы открываем новый автосалон, и нам нужен рекламный слоган. Такой яркий девиз, чтобы было понятно, что надо покупать автомобили только в нашем автосалоне. Извините, вы креатор? Так вот, у нас мы открываем на новый дворе автосалон. Трава, на траве дрова. Я понимаю. Вы хотите со мной поговорить на эту тему на улице, да? Не руби дрова, на траве двора. Что вы? Мы природе не вредим. Что вы? Три комиссии было. Нет, вы не волнуйтесь. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Это можем обсудить. Мы сделаем вашей Саше автомобиль без наценок. Ваша Саша больше пешком ходить не будет. Старый дервиш из Алжира, шалаше шуршит шелками и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира. Да, питание это важно, это важно. В Кабардино-Балкарии, Волокордин из Болгарии. Глобализация. Так, как насчет слогана, а? Бык тупогуб, тупогубенький бычок. Я понимаю, что среди людей искусства такие отношения не редкость, но я совершенно... На траве дрова? На дворе трава. Здравствуйте. Вы бухгалтер? Видите, счета, бухгалтерские книги, калькулятор. Ну? А теперь подумайте, зачем все это балерине или фрезеровщику? Вы бухгалтер. У вас 100 очков и призовой ход. И я хотел бы внести аванс. Прекрасно. Безнал, депозит, карточка, фьючерс. Что? В чем платить будете? В конверте. У нас легальная организация, у нас в конверте нельзя. А что мне делать-то, а? Достань из конверта и дай так. Да. Да. Пожалуйста. Прекрасно! Ага, что у нас здесь происходит? Шухер, шеф. Все нормально, начальник, все в порядке. Еще раз, товарищ бухгалтер, замечу вас за незаконными финансовыми операциями, вы будете уволены. Понял. Извини, не получилось. Забирай свои деньги обратно и заполняй счет. Я дал по $100! А здесь что? Ты ошибся, брат. Какие $100? Я их в глаза не видел. Что ты мне дал, то я тебе и вернул. Какие проблемы? Я сейчас вызову милицию. Вы не бухгалтер, вы кидала. Кто не бухгалтер? Вы... Я не бухгалтер! Да я 10 лет на зоне. Всем наряды закрывал. Никто не жаловался. Все. Давайте бланк. Ха-ха-ха!
Ну, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани. Так, так. Enter. Где я могу найти дизайнера? Сегодня я дизайнер. Что значит сегодня? А завтра? А завтра это уж как карта ляжет. Вот наш логотип во всех форматах и фирменный шрифт. Откройте. Так. Если не откроется, у меня еще один есть. Нет, не открывается. Лучше дайте другой. Что это? Ах ты, Господи, перегрелся. Не на тот Enter, наверное, нажала. Ну, ничего. Мы сейчас его охладим. По 200 бакинских неплохо для начала. И у тебя, Любаш, оказывается, актерский талант. Ну. Может, провернем завтра ту же операцию у обменника? Это что случилось? Что же вы не предупредили? Что компьютер воды боятся? Какой ужас! Ну, у кого какие впечатления от первого дня? Наташа, что скажете? Вы же смотрели со стороны. По-моему, взаимопонимание налаживается. Еще пару таких дней, и все пойдет как по маслу. Значит, все хорошо. Хорошо? Вы когда-нибудь ходили по маслу? Ну, подождите, подождите. Не все так ужасно. Я считаю, что этот опыт был положительным. И напротив вчерашнего дня ставлю плюсик. Что означает плюсик? Потери живой силы и техники минимальные. Ну что, попробуем еще раз, а? Ой, а можно, если мне опять дизайнером выпадет, я с кем-нибудь поменяюсь, а? А что, вам не понравилось? Понравилось, очень понравилось. Только мне хочется взорвать что-нибудь помасштабнее. Прошу. Итого 7200. Согласен. А это что, скидка? Какая скидка? Это откат. Может быть, попробуем другой шрифт? А может быть, посмотрим один интересный сайт с японочками? Как у нас в автосалоне краше всех железные кони. Как у нас в автосалоне краше всех железные кони. Как у нас в автосалоне краше всех железные кони. Не годится. Буду думать. Значит так, или здесь будет твоя подпись, или твои мозги. Я тоже люблю этот фильм. Это в какой серии? В последней. Я как директор агентства не могу взять на себя такую ответственность. Ваш файл не открывается, ваш файл не открывается. Вы нарушаете действующее законодательство. Приходи в автосалон, если ты не полный слон. Позвоните позже, позже позвоните. Иди, иди пропу. Вы как директор агентства не нарушаете действующее законодательство. Приходи в автосалон. А я как директор агентства не могу взять на себя. Приходи в автосалон, и будешь как на него. Я вас с ума
согласен. Я все подпишу. Я за все заплачу. Только объясните мне один раз, кто из вас кто? По-моему, мы и сами уже это забыли. А что мне делать? О! Сдавай! Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Мое рекламное агентство открывает двери в 10 утра. Я выпиваю чашку кофе под веселый мотив. Там, где кончается реальность и рождается миф. Там моя работа, я всех вас приглашаю туда. Туда, где истинная свежесть альпийских лугов, где корм для кошек и защита для зубов. Где нам с тобой засохнуть не дадут никогда. Давай уел, уел, уел. Давай уел, уел, уел. Давай уедем туда навсегда. Приходит мой начальник и зовет меня к себе в кабинет. Всегда приходит ровно в 10 и зовет меня к себе в кабинет. Ну как там маркетинг, отлично, босс. Мы повысили рейтинг, хотя снизили спрос. И если приглядеться, то нас обоих здесь уже нет. Мы там, где без холестерина и лишних жиров. Любовь с первой ложки от лучших коров. Там, где салон долголетия, живая вода. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уедем туда навсегда. Один торгует лесом, другой сдает свой офис в наем. Она воюет с лишним весом, но хочет увеличить объем. А я создаю креатив, я продвигаю товар. Я обеспечиваю имидж и надежный пиар. И свято верю в то, что мы когда-нибудь все вместе придем туда, туда, где перхоть не просыпется на плоский экран. Где каждый себе выберет другой тарифный план. Там взять от жизни все нам не составит труда. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уедем туда навсегда. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уедем туда навсегда. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уеу, уеу, уеу. Давай уедем туда навсегда. Да, навсегда. Навсегда. Давай уедем.